Украину, чтобы узнать, каким будет лето, 14 апреля наблюдали за ночным небом. Если ночь ясная, лето будет сухим и теплым. Синоптики обещают нам 14 апреля солнечную погоду. Утром еще морозный минус 2, но уже днем воздух прогреется до плюс 10. Ночью столбики термометров вновь опустятся до 0 градусов. Ветер северный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде малооблачно. Утром минус 2, днем плюс 7, ночью до 0 градусов. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. В столице ясно. Утром минус 2, днем столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла. Ночью похолодает до плюс 1. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.